Для решения социально-экономических задач и предупреждения правонарушений был утвержден проект «Тараз Каупсис Кала» – «Тараз – безопасный город». Также в июне прошлого года на основании протокола межведомственного совещания с участием главы региона и прокурора области в проект были внесены изменения, в результате которых мероприятия были сокращены с 91 до 76. Данный проект также состоит из 4 индикаторов. На межведомственном совещании под председательством прокурора области были обсуждены итоги проекта. О них в следующем материале. Всего на территории города проведено 32 оперативно-профилактических мероприятия, встречи, направленные на предупреждение правонарушений и преступности. Также организованы ночные рейды, консультационные площадки, охвачено около 2000 молодых людей. Из доклада акима города следует, что совместная работа над проектом является положительной. Так, по итогам 9 месяцев текущего года общее количество преступлений снизилось на 11,8%. То есть с 2589 до 2283. Жасалган урук кылмыштардын саны 13,7%, уялдык телефондорду. Количество совершенных краж на 13,7%, краж сотовых телефонов на 39,6%, повторных правонарушений со стороны лиц, ранее совершивших преступления, на 31,5%, преступлений, совершенных в общественных местах, на 19,7%. Наркопреступление снизилось на 28,8%. Тем не менее, количество групповых драк среди молодежи и фактов самоубийств среди школьников на спад не идет. Председатель совещания, главный прокурор области, высказал некоторые нарекания в адрес городского отдела образования и потребовал отчета о проводимой работе в этом направлении. Глава ведомства, в свою очередь, подчеркнула, что они ежегодно проводят мероприятия на разъяснительном уровне. Нургалым Абдиров поручил акиму города принять жесткие меры по решению этого вопроса. Далее исполняющий обязанности начальника управления полиции города Тараза остановился на совершенных правонарушениях в увеселительных заведениях и в реализации алкогольных напитков. Вопрос стоит о несовершеннолетних. Сейчас, если мы поставим вопрос об ограничении времени функционирования увеселительных заведений до 00 часов, за рассмотренный период зарегистрировано 51 преступление, совершенное в увеселительных заведениях. Из них 19 хулиганские, нанесение телесных повреждений и 23 краж. Потом предложение рекомендую, в общем, предложение Берлазу. Согласно анализу за реализацию алкогольной продукции, лицами, не достигших 21 года, выявлено 42 административных правонарушения. В связи с чем предлагаем ужесточить наказание по данной статье в виде лишения пациента. Аким Тараза Бахчан Урумбеков высказал свои предложения по повышению безопасности аттракционов в парках и поднял проблемный вопрос по бездомным собакам. Данасамат Мажан Урумбасар, Ислам Кудиарбек, Ернар Сатыбалда, 77 Ньюс.